Испанские ученые разработали прототип здания, способного менять формы и размеры под воздействием тепла. Авторы проекта – переведенная геометрия, исследователи архитектурной лаборатории Барселоны. В ноу-хау используются треугольные плитки, что делает конструкции похожими на оригами. Разработка инновационной конструкции стала возможной после изобретения особого полимера. Нагревая каждый отдельный узел, мы размягчаем материал и затем при помощи вытягивания и надавливания определяем его конечную форму. Когда материал остывает, он принимает новую форму. Прямо сейчас он холодный, твердый и неподвижный. Но если снова его размягчить, он легко поддастся трансформации. Этот проект предоставляет нам возможность брать наши дома с собой или изменять их в зависимости от наших нужд. Если наша семья растет, мы расширяем наш дом. Или в зависимости от цвета и температуры снаружи, мы можем сделать его более прозрачным или полупрозрачным. Наш дом будет способен адаптироваться. Мы даже сможем положить его в карман, а затем развернуть и получить трехмерную конструкцию.